Приветствую зрители СК2ТВ Кипергейм Твич Кутки. Что ж, мы продолжаем стримить Алода. Я уже смотрю, мне тут пишут, что я задержался на одну секунду, да. Извиняюсь за это. Что ж, давайте тогда начнем потихонечку. Так, скайп вообще отключить, чтобы не мешался. И погнали. Вайперс, тебе тоже привет. Демигод, привет. Ну, вообще, всем привет, кто пришел сегодня. А мы продолжаем. Ну? Так, какая цель-то у меня здесь была? Угу. Отобрать бумаги звездочета у бандитов. Да. Изи? Великие силы, здесь. Как я устала. Да. Стоп, тут же тролль. Здесь. Тут же чертов тролль. Ну, сиди. Здесь. Согласен. Там он меня не должен достать. Что дальше? Да. Великие силы, как я устала. Качаем мы немного астрал. Да запросто. Да запросто. Да запросто. С удовольствием. С удовольствием. Сейчас. С удовольствием. А в смысле лут? Ты о чем? С удовольствием. Не было от него никакого лута. Или ты имеешь в виду про что? Это уже вторая часть. Я его не лутал, ты меня, по-моему, с кем-то путаешь. Я вообще не валил, по-моему. Что-то даже не думал я его завалить на самом деле.
Сейчас. Наверное, зря. Сейчас. 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 Да и без его лут нормально проходится. Да запросто. Да запросто. Сейчас. 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 Нет, ну... Его, конечно, тоже можно было завалить, в принципе. Просто зачем? Да запросто. Сейчас. Слушайте, а вы заставили меня сейчас задуматься, на самом деле, крепко. Сейчас. А не стоит ли переиграть? Потому что у того чувака был дикий лут. Сейчас. Да запросто. Да запросто. Сейчас. А, честно говоря, я не представляю, как он его завалил. Сейчас. Это же Визард. У него довольно мало хп. Сейчас. Да запросто. Сейчас. Запросто. Не, ну, как бы сейчас. Я примерно так же стражников убивал. Да запросто. Ну, я и говорю, я просто не представляю, как его можно вальнуть. Да запросто. Тем более считать, что у него урон-то от магии там ой-ой-ой. Да запросто. Вообще странно, что его мышки смогли убить. Как бы у нее там, по-моему, сейчас. Все статы под 90 и ДПС посоха, дай боже. Сейчас. Сейчас. Да запросто. Да запросто. Сейчас. К тому же, насколько я помню, тут игра довольно хитрожопая, то есть сейчас. Сделано так, что нельзя всех валить подряд. С удовольствием. С удовольствием. Сейчас. Ну, это там есть. Но это надо долго-долго пытаться делать, потому что это быстро не сделать. Сейчас. Иммунитет всего. 250 дефа. Сейчас. Ну да. Сейчас. С удовольствием. Ну да, суровый. Да запросто. Но там надо в упор к нему вставать, на самом деле, чтобы подобрать лут. И то это не всегда получается. Да запросто. Сейчас. Ну, я не знаю. Возможно, тут просто провал пишется медленнее, и за это время, по идее, можно подобрать лут. Иду. Что дальше? Ну, фиг его знает. Чего охранял-то?
пойми, что он охранял. Да. Ну вот я и говорю, что, блин, я без читов играю, это бред. Зачем играть в такую хорошую игру и пользоваться читами? Я потому что пробовал, на самом деле, так убивать персонажа, а потом резко подбирать их лут. Не получится в любом случае. Ты просто не успеваешь. Тебе надо скорость очень большую, либо порядка 25-26, чтобы пробежать. Нет, так, понимаешь, а ты давай это без чита сделай. Вот без чита, если ты это сделаешь... Это называется не чит, называется тогда уже скилл. Если ты это сделаешь без чита. Но я говорю, если способ так сделать, это вкачать дофигища ловкости где-то на 26 передвижения, чтобы ты успел подобрать, нажать Escape и закончить миссию. Тогда это реально, я проверял. Но это именно когда у тебя скорость очень большая передвижения, и игра просто не успевает вывести провал. Здесь. А у тебя есть, насколько там помню, около секунды. Или двух секунд, чтобы, короче... Здесь. Подобрать вещи перед тем, когда тебе готов. Напишут, что ты завалил задание. Великие силы, как я устала. Да. Ну? Не, ну для интереса-то, блин, с читами-то... А зачем вообще, если ты играешь с читами, зачем вообще тогда, извиняюсь, да. Так напрягаться? Взял бы, прописал что-нибудь другое, типа убийство с одного удара или что-нибудь в этом роде. На самом деле, я до читов от Алодов не знаю. Я даже не задумывался о том, что здесь можно читерить. Честно, не задумывался. Я даже не знаю, как команду-то прописывать. А, во. Здесь. Иду. Или это чатик просто. Вообще, не знаю. Да и к тому же, смысл-то в этом дропе? Ну да. Ты подобрал имбодроп в самом начале. А нафига? Смысл тогда вообще играть? Ты тоже ты вчера не знал. Ну, значит, человек у нас читер, чё, знатный. Я не хотел никого обидеть, но, господи, я даже не знал, что в Алодах есть читы. Вот серьезно. До того, как ты мне сказал. О-о-о. Угу, понятно. Готов. Великие силы, как я устала. Да запросто. Интересно. Готов. Ну? Ты назад вернешься, не? Здесь. Просто все современные ньюфаги хотят просто нагибать, они не хотят челлендж или сложность, они хотят нажми X, чтобы выиграть, а еще лучше нажми сразу, чтобы выиграть. Готов. Так это же бред. Блин, не убью я его. Готов. Ну? Да. Катить надо будет их сейчас. Да запросто. Да запросто. Ой. Ты нахрена его похилял? Сейчас. Ты что-то пройти сюда можешь? Готов. Что дальше? Сейчас.
Куда он убежал? Запросто. С удовольствием. О, охрененно он забаговал. Ай-яй-яй-яй! Подхёст! Бат-секс! Вот почему людоеды ходят парами. А, нафиг, да. Ничего. Ну да, извини. Сейчас. Извини, сэр. Да запросто. Да, блин, господи, ты чё меня атакуешь? Я тебя вообще прохилял случайно. Так, все, не бегите за мной. Все, вот тут и стойте, а я на вас сразу буду качать. Так, у меня лука случаем нету? Готов. Нет, лука у меня нету. Ну, в пластик я в сетевую, честно говоря, в Володах играть, ну, не знаю, не стал бы играть. Да. Кажется, Эликспы идет больше, чем Страля. С удовольствием. Ого. Еще и лут такой неплохой появился в этот раз. Да. Что там появилось? Атака плюс 6. Ну, кстати, я... Можно попробовать сейчас закайтить. Здесь. Великие силы, как я устала. Нет, не играю, естественно. Готов. Да, хороший дроп с него дали. Великие силы, как я устала. Игра на хэте, да. Фигово, там все перекачанные ходят, убивают. А вот посидки с друзьями, но... Ну, я не знаю, честно говоря. Я вообще не любитель алодов по сетке. Вот компанию с удовольствием вообще... А вот сетевую... Здесь. Что дальше? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ложанулся. Да. Посох не снял. Ну? Да. Я вообще никогда не играл, на самом деле, в сетевую по Володам. В то время, когда я играл в Володов... Великие силы, как я устала. Эй, бестолочь, сейчас. Что творишь? Твой противник вот там. Да запросто. Здесь. Согласен. В атаку! В атаку! Иду! Бегрим, бегрим! Ай! Господи, интересно, как это выглядит со стороны? Без сомнений. В кустах сидит визард, хиляет.
Тут бегает воин. Мочь со святоедов. В атаку! В атаку! Хила не хватает. Иду. Ты куда побежал? Ты куда? В атаку. Согласен. В атаку. В атаку. Щит бы дал с броней, так а смысл? В атаку. К тому же это зеленый людоед. Это не совсем тот противник, которого надо бить воинам в стальных доспехах. В атаку. Без сомнений. Не, ну смотрите, убиваем. В атаку. Согласен. Не скажу, что очень быстро, но убиваем же. В атаку. В атаку. В атаку. Давай, я верю в тебя, ты его убьешь. Да, он его убил. Но дроп меня не устраивает. Поэтому. Опять меня дроп не устраивает. Опять не устраивает. Да чтоб тебя! Привычный людоед же очень хороший дроп выкинул. В этот раз меня убили. Теперь он меня убивает. Опять дроп отстойный. Да чтоб тебя! А у того же людоеда был хороший дроп. А чего у этого нету дропа? О, все. Не, по-моему, только с того падает дроп нормально. А с того вообще либо падает, либо не падает. 2000 монет, ну это ж не серьезно за зеленого людоеда. Ну вы серьезно, да? Да. Несерьезно. Три раза умер, два раза воскрес. Ну, я святой. Ладно, пофиг. Нету дропа, так нету дропа. Да. Видимо, странно, короче, как-то дроп падает. Ну-ка, еще давайте. По статистике. 2, 10 раз. 3, 4, 5, 6. 7. Да. А нет, смотрите-ка, падает дроп. Великие силы, как я устал. Ну там шанс вообще какой-то маленький очень, то что нормальный дроп попадется. Да. Шанс почти нулевые. Запросто. Грубо говоря, сколько там? Я раз 10 рестартанул, и только один раз получился у меня нормальный дроп. То есть шанс где-то 10%. Ну, блин, так-то, блин. Нифига не весело. 10% на максималку.
По-моему, в первых холодах было все намного проще. В этом плане. Там хотя бы примерно процентов 30 было шансов, то что достаточно высокая награда дропнется с моба. А допустим, сколько там? Из 10 черных людоедов мне дропнулось. А нормально мне дропнулось, кстати. Готов. Великие силы, есть. Как я устала. Что там дропнулось, по-моему, 3 максималки. Остальное среднячок так дропнулся с 2 или 1. Ничего не упало вообще. Это скорее исключение из правил. Да. Ну. Что дальше? И черепах от меня надо. Корейский рандом до его появления? Возможно. Блин, ребят, я в Рагнарок захотел поиграть, вот серьезно. Пойду в Рагнарок, наверное, потом играть. К бетке я доступ так и не достал. А ведь офигенно хотелось поиграть в нее. Ну ладно, че, бывает жизнь неудачи. Или это альфа была открытая, вообще не важно. Давайте прочистим низ, потом пойдем наверх. Нет, сэр, но у меня маны дофига, у меня духа 42. Готов. Как бы это странно ни звучало, но у ГГшника, когда вообще духа около 40, мана вообще не кончается. На хил, по крайней мере, точно. Мана может кончиться, если начнем какие-то мощные заклы кидать постоянно. Вот тогда да. А на хил не, вообще никогда. Так я про нее и говорю, я про Триус Сейвер, по-моему, или что там вроде называется. На самом деле не помню, я хотел поучаствовать в тестировании, но мне не повезло. Вот так-то. Я так смотрю стримы и понимаю, что, блин, я хочу эту игру. Достаточно красивый такой. Что дальше? Готов. Красивый мир, не режет глаза. Эта игра довольно интересная, в принципе. Меня будет очень сильно радовать PvP в этой игре, наверное. Потому что там, как таковых, нацеленных атак нет, то есть от всего можно увернуться. Это меня радует очень сильно. Очень-очень хочу в нее поиграть. Готов. Известно нет, когда она выйдет? По-моему, конец этого года, насколько я слышал. Конец этого, начало следующего. Нет? Согласен. Да. Что дальше? Готов. Как бы еще на вопрос, почему я не бегаю щитом, я вот нашел вот такую штуку, и мне как бы сейчас щит во вторую руку одевать вообще не резон. Так, я нашел, кажется, разбойников. Готов. Здесь. Да, вот они. Ну, их он должен раскидать вообще легко. Согласен. Эй вы, нечего тут ходить, проваливайте, пока голова цела.
Готов. Да. А если я приду со знаменем некроманта? Сейчас. Здесь. В атаку! Великие силы, как я устала. Ну? Нигде документы. Нашел. Да. Все, скорее всего, можно было и без драки подобрать. Ну, мы не ищем легких путей. Да запросто. Без сомнений. А в этой части телепорт из магии астрала, насколько я помню. Щит, телепорт и так далее. Это же астрал. Готов. А вода тогда нафига? Вода на ядовитый туман, что ли, отдельно? Да запросто. Ну, не знаю. Если это так важно. Здесь. На итоге все равно самым профитным окажется, опять же, это огненная стена и... против воздушек... каменный дождь. Великие силы, как я устала. Как же она заколебала уставать, а? Она ни черта не делает, она стоит на месте и... хиляет, 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 хиляет. Здесь. Великие силы, как я устала. Великие силы, как я устала. Ну все. Теперь можно отсюда уходить. Великие силы, здесь. Как я устала. Да. Сейчас. Бумаги у меня. Теперь я отведу тебя к родственникам. У нас с дедушкой не осталось никакой родни. И тебе некуда меня вести. Да и самой мне тоже идти некуда. Я не знаю, что мне теперь делать. А еще я боюсь, вдруг некромансеры вернутся. Но в таком случае я могу предложить отправиться со мной.
я и моя новая подруга решили не просто узнать, куда упали осколки. Мы хотим их найти, но наши поиски могут быть непростыми и опасными. Ну и пусть. Я все равно согласна отправиться с вами. Это ведь лучше, чем оставаться на пепелище рядом со свежей могилой. Ну хорошо. Тем более, что хоть я и забрал бумаги у разбойников, но прочесть я их не смог. Зачет был предусмотрителен и использовал секретные знаки. Ты ведь знаешь их? Посмотри. Хорошо, хорошо. Здесь отмечены места, где упали три звезды. Одна на равнинах, вторая в деревне в лесу, а третья в пустыне Химер. Ну, тогда в путь. Ну вот и все. Вот у меня появился новый маг. Угу. Да чтоб у этих водовозов денег было столько же, сколько воды в моем кувшине. Сколько их еще можно ждать? А мы разве куда-то торопимся? Можно еще постоять и поболтать о чем-нибудь. Мне что? Надо храпеть еще громче, чтобы ты поняла, что я сейчас сплю и оставила меня в покое. Конечно, мило. Так, а чё? А чё мне надето вообще? На ней ни черта не одета. Огонь 25! Ну, в принципе, она меня устраивает. Неплохая победция. Посохи продадим. Огненный шар. Но огненный шар мне нафиг не нужен. Дракон убийца. По записям, которые сделал мой дедушка, первая звезда упала примерно туда, где стоит деревня под названием Лайриша. Ту звезду, о которой ты говоришь, мы получили в дар от благодарных жителей деревни. И именно с этого начался наш поиск. Но читай же, о чем там написано дальше. Сейчас, сейчас. Вторая звезда должна находиться где-то в древних лесах. А третья закончила свой путь в южном краю, который до сих пор населяют орки и гоблины. И куда нам стоит отправиться сначала? Трудно сказать. Друиды – древние жители древнего леса. Они не очень любят пришельцев с равнин. Это в каком же смысле не очень любят? Кто вошел, тот не выйдет? Не знаю. Про них вообще мало что известно. Мой дядя, к примеру, говорит, что маги и воины, служащие королю, в землях друидов могут найти только гибель. Правда, он же говорил, что есть и такие люди, что все-таки сумели завоевать доверие друидов, но как им удалось это сделать, неизвестно. А вот мой дедушка считал, что друиды справедливые, чужую жизнь уважают. Правда, лишь до тех пор, пока этот чужак сам так поступает. А что в южных краях? Тоже ничего хорошего. Когда мир распался на Лоды, на Язосе оказалась орда орков и гоблинов, из тех, что кочевали по всему миру. Орки пытались захватить Алот целиком. Но их атаки разбивались о наши войска. Однако королевские воины тоже не сумели перебить их всех. И сейчас существует шаткое равновесие. Да, выбор не из простых.
Но если честно, мне все равно, куда отправляться сперва, в леса или пустыни. Моя магия будет работать везде с одинаковой силой. Здравствуй, Иглис. Я смотрю, тебя по-прежнему легче встретить в таверне, чем в родном доме. Здесь, по крайней мере, никто не напоминает о том, что я должен стать блестящим офицером. Старики никак не хотят понять, что чем дальше, тем меньше значит на нашем Аллоде благородное семя. Печально, но ты прав. Некромансеры забирают себе все большую и большую власть. Даже в армии они еще не приказывают сами, но заставляют офицеров давать такие приказания, которые им нужны. В моих владениях кое-кто из них уже попробовали приказывать. Но я живо напомнил им, кто здесь хозяин. Дошло даже до драки. Ну, само собой, я тебе это говорю не для огласки. Не хотелось бы думать, что некромансеры, с которыми я схватился, действительно выполняли приказ гильдии. Скорее всего, это было самоуправство мелких исполнителей. Конечно. Но все равно их наглость была просто нестерпима. И боюсь, что одного урока будет недостаточно. Ни одного тебя возмущает засилье магов из гильдии некромансеров. И даже в армии находятся такие офицеры, что готовы пойти против них. Недавно взбунтовался целый батальон. Командир прогнал магов и увел своих подчиненных в горы. Готовятся большие силы, чтобы наказать бунтовщиков. Только учти, все это большая тайна. Я не ошибусь в тебе и твоих друзьях. Ты правильно поступил, рассказав нам об этом. Я ничего не обещаю заранее, но думаю, что наказанными окажутся не мятежники, а кто-то совсем другой. А почему ты сам не поспешил на помощь? Я, как и все солдаты, давал присягу королю. Пока он жив, мы должны подчиняться любым его приказам. Пойти против присяги не так-то просто. Эх, сказал бы я пару слов о твоем короле. Вечер добрый, господин. Трактирщик сказал мне, что у вас есть какое-то выгодное дело для нас. Может быть, для вас, а может и для кого-то еще, как договоримся. Хотя положение у меня такое, что не поторгуешься, прикинь. Мне срочно надо попасть в одно место за друидскими лесами. Дорогу я знаю, ходил я там со своими парнями. Но сейчас такая непруха сложилась, парни там, а я здесь. А в одиночку там пройти дело дохлое. Короче, проходим лес, и я плачу наличными, сколько скажете. Послушайте, господин Иглис, этот человек говорит как-то странно. Может быть, не стоит с ним никуда ходить? Дайна, я же просил не называть меня господином. И о деньгах не стоит забывать. Мне надоела эта дешевая одежда, и я хочу выглядеть так, чтобы всем завидно было. Я считаю, что этому господину оказать услугу стоит. Отлично. Быть стражником при воротах города и почетно, и доходно. Но... временами так хочется бросить все и отправиться в путь. Я всегда завидую тем, кто может это сделать в любой момент. Нифига тут квестиков. Так. Во-первых, сначала идем на дракона-убийцу. Я вижу впереди деревню. Наверное, это и есть цель нашего путешествия. Если это так, то рассказы о свирепости дракона несколько преувеличены. Ведь никаких следов огня я здесь не вижу. Наверное, надо просто спросить у старосты. И он нам расскажет, что к чему. Готов. Ну? Здесь. А, сейчас будет изи-катка. А, стоп, у меня же... у одной дуры-то резист к огню есть к дракону, хотел сказать. Так, где староста? Вот староста. Добрый день, благородный господин. Что привело вас в наши края?
Ну, мне в городе рассказали, что в вашей деревне сражает огромный дракон. Да, есть в наших краях дракон. Только он не к нам прилетел, а в другую деревню, к востоку, по дороге. Но мы тоже боимся. Он ведь... там весь народ перевёл. Понятно. Значит, вы здесь беспокоитесь только о себе. Ну что ж, можете радоваться. Я собираюсь дать бой этому чудовищу. Но ради таких, как вы, я бы делать этого не стал. Да. Я вообще их перебил. Но игра запрещает мне перебивать этот народ. По крайней мере, нейтральный. Готов. Так, стоп. Да, да. А, у нее... Да. Да запросто. Что дальше? Да-да. Какого лешего тут тролль забыл? Согласен. Да. Я постараюсь. Что-то я не понял, что тролль делал. А? Довольно странное место. Да, зомби-арбалетчик, это, конечно, нечто. Мантия мага, защита плюс 6. Великие силы, как я устала. Да. Честно говоря, до меня так и не дошло. Что дальше? А? Что дальше? Здесь. Да. Сейчас. Как у скелета воина оказалась мантия мага? Да. Здесь. Но, возможно, это был. Да запросто. Все-таки скелет мага, потому что как воин он не состоялся. Что-то не нравится. Да-да. Так, дракон, наверное, мы ослаблять все-таки не будем. Я думаю, хила мне хватит. Перчатки мага. Да. А? Да. Здесь. Да. Здесь. В принципе, даже приоделись немного. Да. Не сильно, конечно. Запросто. Так, я слышу готов. Магов. Да. Да. А это не магия, это суккуб. Не понял. Да. И куда она делась? Дроп с ней не дали. Бред. Так, секунду.
Извиняюсь, телефон был? Чего вы не выстрелили-то, идиоты? Да. Да, я постараюсь. И чё, я сейчас, по-моему, с ней дропа вообще не получу. А, вова, улетела. Да. Опять какой-то вову дроп. Согласен. Mm-hmm. О! Здесь. Мешочек, по-моему, большой. Нет, опять фигня. Странное место. Да. Не, по-моему, вот это максимальный дроп, который с ним вы получите, просто куча бабла. 1400 бабла, но... Здесь. Не скажу, что дроп прям шикарный. Сейчас. К тому же, за такую гадину, которая кидается фаерболами, это не так уж и много. О, иду. Мост. Странное место. Здесь. Ну? Я постараюсь. Вот я не помню, почему я не убивал дракона в черной форме. По-моему, потому что мне... А? Да. Визарда не было, хотя... По-моему, дракон как раз вот там вот где-то тусит. Сейчас он по мне будет атаковать, если я здесь пройду. Странное место. Он не атаковать не будет, но я помню, что он вот... Вот он! Так. Блин, я диалог не прочитал. С драконом? Ну? Хорошо. Так, дракон должен быть там. Без сомнений. Кого-то дракон. Угу. Что? Людишки? Я сейчас сыт и не в настроении гоняться за вами. Подождите, пока я проголодаюсь. Вот тогда и поиграем. Готов. Ну? Угу. Это еще и да. Black Dragon. Довольно опасная хрень. Согласен. Тысяч монет. Да. Мэм. Лол! Да. А че он этот убивает? Понятно. Да. Великие силы, как я устала, а? Короче, понятно. Готов. Вот почему я второй раз с ним убивал. Здесь. Синего-то по изи убить, а вот черного
на данном этапе игры, ну, блин. Я просто не переживаю одну молнию. 70 ДПС, а у нее 28 ХП. Что? А чё с её характеристиками? Да. Почему у неё 28 ХП? Я Понятно. Долбанный тупой маг. Здравствуйте, благородный господин. Не вы ли согласились попробовать избавить нас от дракона? Да, именно я. Только я намерен не пробовать, а победить его. Ох, благородный господин, это будет непросто. Дракон огромный и свирепый. Вам бы с отшельницей поговорить. Может быть, она что-нибудь и подскажет. А найти вы сможете на острове, посреди острова. Тьфу, посреди озера, к юго-западу от нас. Только есть одна незадача. Не любит она рыцарей из города. Боюсь, что и вам тоже ничего не скажет. Вот если бы с ней поговорил кто-то еще. Да. Ну, изи у меня. Понятно. У меня в отряде два визарда. Я думаю, она будет со мной разговаривать. А не будет, заставим. Здесь? Да. Да. Да-да. Она, это та деревушка, да. С которой я пришел. У меня скорость-то всего на 2 единицы больше, чем... Готов. У меня. Да. У него слишком уж плохие характеристики. Сейчас. Бесполезный маг, в общем. Странное место. Да. Готов. Странное место. Я вообще не понимаю, как так-то? Сколько у неё экспы? Странное место. А, ну естественно, как бы. 14 тысяч на 100 тысяч экспы. Странное место. Понятно, почему у неё такие низкие характеристики. Вообще все было бы нормально. Переживи она хотя бы один фаербол. Точнее, одну радужку. Да-да, что дальше? Давайте поговорим. Здравствуйте, уважаемые. Меня привело к вам важное дело. Я пообещала жителям деревни, что избавлю их от нападений дракона-убийцы. Не знаете ли вы, как можно это сделать? Я могу создать зелье, которое сможет отнять силу этого чудовища. Но для этого будет нужна вода из ручья, что начинается в горном ущелье. Искать его надо на юго-западе от моего озера. С этой водой ты придешь к моей сестре, что живет за рекой. Она наложит на нее заклятие, и уже потом я создам зелье. Да-да-да. Господи, а чё? Да. Попросить-то ничего нету? Великие силы, как я устала. Потому что горная вода, бла-бла-бла. Нужно заклятие моей сестры, бла-бла-бла. Здесь. Шоколадище и ни одного скелета. Иду. А вот белки. Странные великие силы, как я устала. Да. Да. Ночь. Ночь, улица, кладбище и белки. Странное сочетание, честно. Ну, да. Вообще, что здесь забыли белки? Ну. Алкет, привет.
Да. Ты что-то опоздал. Стрим уже давно идет. Странное место. Да, сейчас. Так, горный ручей, по-моему, внизу. Решил вся лода пройти, но... Нет, пока только первые, вторые. Насчет проклятых земель пока не уверен. Угу. Как красиво вокруг. Даже не верится, что где-то совсем неподалеку гибнут люди. И как хорошо, что мы в силах прекратить это. Странное место. Я постараюсь. Угу. Вот и она, вода из горного источника. Теперь, как бы мне ее не расплескать? Здесь. Да-да, что дальше? Угу. Вода есть. Теперь прёмся к её сестре зачаровывать эту воду. Здесь. Да. Вообще, на самом деле... Да. Возможно, да-да, меня бы спасло... Спасли бы резисты к магии. О. Да. Да. Маловато будет. Маловато. Маловато. В самый раз. Денег мало, зато мифриловые кольчужные штаны выбили. Которые как бы хуже. А? Которые по характеристикам как бы хуже наших. Силы, как я устала. Еще один людоед. Ну, с этих ребят ловить вообще нечего. Дальше. Максим, что с них можно словить это стальное зачарованное оружие? Это бесполезно. Блин, вот мифриловые понжи бы мне пригодились. Их, к сожалению, у меня нету. Готов. Здесь. Готов. Да. Кольчушку посудали. Меня печалит слегка. Здесь. Скина была дальше? Лучше лучника качать. Более профитный. Не атакует все. Что дальше? Здесь. Да. Танковать бы неким было, блин. Готов. Понял. А? Чё, где у меня сестра-то? Да-да. Я постараюсь. Готов. Иду. А? Да запросто. Я постараюсь. Да. Где у нее сестра?
здесь? Да. Да. Странное место. Да. Я постараюсь. Да-да. Сейчас. Сейчас. Я постараюсь. Так, я слышу где-то прокаст. Только где? Вот и сестра. Понятно. Ваша сестра сказала мне, что вы можете наложить заклятие на воду из горного ручья, чтобы... Да, я знаю, чтобы справиться с драконом. Признаться, самой мне было бы любопытно еще несколько лет понаблюдать за ним. Это весьма интересный экземпляр. Но раз он настолько сильно измучил людей, то с ним пора покончить. Зачарованная вода. А теперь отправляйтесь поскорее обратно к моей сестре. Ну? Хорошо. Интересное местечко. Да. Я слышал, что с кем-то махались эти летучие мыши, а с кем? Да. Да-да. Здесь. Да запросто. Вот с кем они махались. Непонятки. Готов. Да. Великие силы, как я устала. Прекрасно. Это как раз то, что нужно. Осталось лишь обратить воду в зелье. Сейчас я это и сделаю. Эликсир драконьего превращения. Запросто. Готов. Сейчас. Ну что ж. Здесь. Погнали убивать дракона. Что дальше? Странное место. Да. Здесь. А? Да. Великие силы, как я устала. Обычно мне приходится летать за развлечениями, а теперь развлечения сами пришли ко мне. Но как ты уже готова к смерти, которую тебе принесет самый могучий и самый грозный в мире дракон? Ну, легко быть грозным, когда ты сильнее всех вокруг.
На сегодня ты узнаешь, что такое честный поединок. Что? Что со мной? Где моя сила? Это ты отняла у меня ее. Но ничего. Даже так у меня, скажем так, того, что мне осталось, хватит, чтобы отомстить тебе за это. Давай, мастер. Да. Готов. Куда ты улетел? Куда полетел-то? Здесь. Да. Великие силы, как я устала. Великие силы, странные. Как я устала. Понятно. Что дальше? А? Странное место. Что дальше? Да-да, сейчас. А еще куда он улетел-то? Все, нормально. Максимальная награда. И это грёбаный резной посох, который нафиг не нужен. Здесь. Как и заклинание, каменная стрела. Прикольно. Так. Мятежный батальон. Давайте мятежный батальон сходим. Чем это так пахнет? Не пахнет, милочка, а прям-таки воняет. Мне следовало взять с собой духи посильнее. Держу пари, где-то рядом та самая армия зомби. Тут и спорить не о чем. Враги действительно близко. Пришла пора принять бой. Да. Мне кажется, меня сейчас расфигачат. Ой, блин. Понял? Странное место. Что дальше? И что, это был весь карательный отряд? Так. Готов. Да. Сейчас, странное место. Твой, бери сапоги на +6 хп, блин. Тонко это наше. Здесь.
Ну, вроде это был весь карательный отряд. Да, хорошо. Здесь? Да. Готов. Блин, а чем такой жесткий-то? Странное место. Здесь. Ну? Что дальше? Здесь. Что дальше? Банаку! Все, выиграли. Дальше. Да. Странное место. Здесь. Чё? Мифриловое копье у мага? Что за... Сомнений. А с той стороны некромант еще. Да.
здесь. Хорошо. Да. Великие силы, как я устала. Странное место. Готов. Так. Готов. Ну? Понятно. Хорошо. Да? Да. Что дальше? Да. А? Иду. Да-да. Великие силы, как я устала. Да. Ну уж. Здесь. Ну, странное место. Ну, да-да. Готов. Шмаки мага еще дни. Филы браслет на атаку. Хорошо. Без сомнений. Сколько тут некромансеров-то? Хорошо. Да. Да. Так, а теперь один маленький вопрос. Какого черта тут дракон? Да. Что дальше? С первого раза максималка. Здесь. Целебное снадобье, о господи! Дроп моей мечты просто. Привет, ребят. Вы там как? Да. Да, я постараюсь. Согласен. Хорошо. Готов. По-моему, я в очередной раз сломал игру. Да-да. Но они со мной разговаривать не хотят. Запросто. Я постараюсь. Не, серьезно, а что они со мной разговаривать не хотят? Что дальше? Подумаешь, я убил всех некромансеров. Да. А? По крайней мере, больше я их не наблюдаю здесь. Великие силы, как я устала. О, не, я ошибся. Чё дофига? Да, я постараюсь. Да. Ну, хорошо.
Здесь. Ты сам. Да. Что дальше? Понятно. Великие силы, как я устала. Да-да. Да запросто. Здесь. Без сомнений. Иду. Согласен. Иду. Без сомнений. Да? Да. А что дальше? Да. Да. А? Так, может, хватит на меня слепоту кидать? Великие силы, готов. Как я устала. А? Да запросто. Странное место. Так. Согласен. Интересно, их топоры. Так. Готов. Сейчас. Он справляется. О, вот это мне нравится, деревянный резной посох. Так. И огненная стрела такая приличная, 12-24. Да. 13-27, конечно, а здесь 12-24, ну... Да. Ну, в принципе, если ей только дать... Готов. На автопрокачку. Без сомнений. Да. Хорошо, ну... Сейчас. Да-да. Ну. Готов. Ну. Здесь. Что дальше? Здесь. Понятно. О, да. Кажется, не поднял один дроп. Да. Что дальше? Понятно. Да. Без сомнений. Я думаю, что это не все были некромансеры, иначе игра уже выиграна была бы. А.
Давай-ка подкаст. Да-да. Можно и так. Сейчас. Понятно. С удовольствием. Есть? Да запросто. Я постараюсь. Есть. Да. Странное место.